коллеги, партнеры-инвесторы. С вами, как всегда, Александр Сударев, и мы находимся на территории Совелмаш. В этом видео мы расскажем вам, что же будет, если намотать в двигатель на Славянке меньше меди, нежели чем в расчетах. Приятного просмотра! Сегодня я хочу рассказать, что получится с мотором Славянка, если в него не доложить медь. Ну, немного, процентов, к примеру, 8-10. Вот. И это будет сразу видно на графиках. Можем посмотреть как. Итак, график Славянки, у которой слегка не хватает меди. Значит, мощность от КПД. Соответственно, видно, что КПД у нас слегка завалилась там на 0,5%. Переходим к механической характеристике. Вот по механической, даже в этом, даже при недоложенной меди, у нас механическая характеристика все нормально. То есть Славянка там на соответствующее количество ньютон на метр у нас опережает классику. Вот, а теперь покажу, что у нас бывает, когда все в порядке. То есть на данном случае у нас с медью все в порядке. То есть медь соответствует. И видим, что график КПД у нас заметно выше у Славянки, чем у классики с черным графиком. Ну и механические характеристики, соответственно, тоже. Красная Славянка у нас далеко по механической, по моменту зашкаливает от классики. Вот. Соответственно, необходимо учитывать некоторые ошибки при перемотке, а именно, к примеру, попытку сэкономить на меди. Сэкономите на меди, ну, будет некоторый завал характеристик. Тем не менее, даже с меньшей массой меди в двигателе мы получаем вполне нормальные моментные характеристики двигателя. Слегка в пределах погрешности с меньшим КПД.